поставить. Что делать-то понимаю? Ну когда следующий-то? Да, минут через пять. О, смотри, кто-то чемодан забыл. О, а давайте посмотрим. А вдруг там бомба? Или деньги. Ну ты даешь, дед. Ну какие деньги, ты на чемодан-то посмотри. Там максимум бантики. Ща. Ну? Деньги! А что, деньги штука хорошая. Предлагаю пойти на хлебокомбинат и набрать муки. Нет, друзья мои, деньги надо раздать нищим. Ты что, с ума сошел? Тоже мне рыцарь нашелся. Время рыцарей прошло. Мальчики, вот такие глаза, будто вы целое состояние увидели. Спасибо. Вы тут чемодан не видели? С деньгами? Нет! Что? Ну-ка, быстро отойдите от чемодана! А не то я в нее выстрелю! Помогите! Нет, ради бога, не стреляйте! Милиция! Отпусти девушку! Как же ты накатился до такой жизни? Да так же, как и все! Школа, институт, аспирантура! Отдайте деньги! И когда? Да я, чтобы эти деньги получить, 20 лет под пулями ходил! Эти деньги принадлежат государству! Помогите мне! В этой жизни среди вас нет настоящего рыцаря! Есть рыцарь! Это я! Эй, ты, слушай сюда! Если ты не отпустишь девушку, я подожгу чемодан! Не делай этого! Пойми, чемодан без денег – это уже не чемодан. Что же делать? Уже электричка, люди идут! Я знаю! Девушка, как вас зовут? Маша! Маша, ударь его в живот! Да! Девушка,
как вас зовут? Маша! Маша, ударьте меня в живот! Прошло. Может и прошло, но наступило время играть в КВН.